Всем привет! Ты на канале Детский Патруль. Сегодня я буду рисовать персонажа из удивительного цирка Зубл. Она второстепенный персонаж. Ее внешний вид напоминает игрушку, которую можно смешивать между собой, сочетая различные ее части тела. Голова у нее как треугольник, глаза разного размера. И в левом глазу у нее нарисована пружинка. У Зубла есть две антенки, которые она может переставлять местами в зависимости от ее настроения. Также отличительной чертой Зубла является то, что ее тело похоже на фасолинку, которая раскрашена в оранжевый горошек. Также у нее очень интересные руки. Они завязаны в пружинки и имеют щупальцу на одном конце, а на другом у нее нормальная рука. У нее есть крыло. Жаль, что у нее нет второго крыла, тогда бы она смогла летать. Она очень ворчливая и раздражительная личность. Также она очень сильно раздражается, когда что-то из ее частей тела оказывается не на своем месте. Она также может быть немного грубой другим участникам цифрового цирка, так как она тоже страдает от кризиса идентичности личности, поскольку тоже не знает, кто она такая и как сюда попала. Характер Зубл хорошо показан в том моменте, когда ее схватили глоинги. Она проклинала других участников, обвиняя их в том, что они ей не помогли, и ее утащили в подвал к королеве глоингов. Мы раскрасили Зубл в те цвета, которые показаны нам в мультике. Но я хочу сделать ее немного выделяющейся, поэтому я добавляю ей тени и блики, которые ей не присущны. Тогда с такими бликами она будет похожа больше на пластиковую игрушку. Если тебе нравится видео, обязательно ставь лайк, а если ты хочешь что-нибудь добавить про персонажа, напиши это в комментариях. Мне очень нравится результат, напиши в комментариях, как тебе результат. Мне кажется, наша Зубл получилась очень красивой.